С нами песня, с нами огромная страна, с нами звезды, даже Ольга Бузова, на-на-на-на. Эй, чувак, то отвези меня, пожалуйста. Куда? На ТНТ в Comedy Club. Извини, мы не в Москве. Боже, как я сюда попал? Дом 2 смотрел? Не, я смотрел ВКонтакте. Телефоне, вон врачи идут после самолета. С ними и разбирайся сам. О, очередной пациент пришел. О, спасибо тебе, паук. Теперь друзья Перикла в безопасности. Это мы победили. Достойный соперник. Здесь? А теперь покормит орла. Не верится, что мы победили. Он где-то был. Мне кажется, у меня еще будут приключения с такими персонажами и не раз. И очень-очень много смертей. Ну, заказ был на такой махровый глянец про туризм в Бангкоке, но вряд ли редакции понравится взятый мною ракурс, потому что я получила просто тонну комментариев про то, какой там сейчас... И рукой. Пусть глаза смеются, стоит прикоснуться. Стоит прикоснуться, ты уже другой. Да? Ты... Ты что? Где летаешь? Ну, я здесь. О, черт! Подойди поближе к трубам и вслушайся. Только не слушай слишком долго. Некоторые называют это пением тоннелей. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Охуенно, братан. Я знаю этот тоннель. А он знает меня. Идем же. Будь внимателен. Это очень опасный тоннель. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет. Иначе нам придется остаться тут навеки. Замри и смотри вперед. Мы должны обойти их. Не прикасайся к силуэтам. Шопу. Ваши силуэты. Чё так страшно-то, а? Идем же. Ага. Будь внимателен. Это очень опасный тоннель. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет. Иначе нам придется остаться тут навеки. Замри и смотри вперед. Мы должны обойти их. Не прикасайся к силуэтам. Сосредоточься. Иди в шопу. Идем же. Мама! Где ты?
Тут нет твоей мамы. Боже. В сторону, Артём. Метро Призрака. Этот тоннель переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Идем же. Идем. Ты мой путник, ты ведешь меня? Замри и смотри вперед. Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Ступай за мной. Но не отходи ни на шаг. Еще есть указание, сэр. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай... Я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного личное. Я был с ними, когда они погибали. Я был единственным выжившим. Мы сотворили с нашим миром страшное, неповторимое. Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую, невидимую. Атомные взрывы испарили информационные поля, в которых размещались и рай, и ад. Душам некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остается в метро, в этих трубах. Дьявол. Крыса. Сосредоточься. У меня проклятие. Чуть этот трусы не намокли. Тургеневской. Кажется, положение там становится все хуже. Идем же. Пойдем. Спасибо. Я ухожу. Как вы меня все бесите. Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу. Это Одноглазый или Голокон? Артём! Чё за Артём? Чё? Нет, друг, живи.
можешь опустить свое оружие, юноша. Да ладно, ты друг мне, что ли? Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. А, подожди. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, влажновато для моих старых костей. Что ж, мудрое решение. Ага. И эхо сразу пропало.